Привет, друзья! И вы, конечно же, помните мой робот на радиоуправлении с вот такой вот клешней на мощном шасси, с камерой, пультом для управления и экраном. И у него был один минус: когда сильно выдвигаешь клешню эту вперед, то робот переворачивается. И сейчас я устраню эту проблему, установив вместо того шасси вот такое вот большое мощное гусеничное шасси. Итак, друзья, вот такой вот робот у меня получился. Только посмотрите на эту красоту. И вот я его включил. Теперь, значит, пробуем поуправлять клешней. Как видите, при наклоне руки вперед робот не падает. Сейчас мы это еще. Вот. Вот видите. Робот не падает. Ну а теперь посмотрим, как он ездит. Во-первых, управление еще раз проверим. Резко нельзя управлять, получается. Ну, это, в общем-то, и не нужно. Вот так немножко вперед, как бы, чтобы ему ездить было тяжелее. Джойстик вперед. Назад. Поворот. И, кстати, управление у робота пропорциональное, то есть, если мы джойстик немножко нажимаем, то он едет с маленькой скоростью. Если джойстик дальше, то с большой. Итак, друзья, мощная штуковина получается, и это хорошо. Я ее хочу также еще несколько усовершенствовать, убрать как-то эти провода в какую-то коробочку. Также необходимо добавить подсветку, чтобы включалась от какой-то кнопочки. И когда я это сделаю, пойдем проверять робот на пересеченной местности. Итак, друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы считаете, чего не хватает этому роботу. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее. До новых встреч!